продолжаем сборочку ноутбука Toshiba Satellite A210. Только что мы установили дисплей, материнскую плату. Сейчас будем подключать все остальное. Так. Здесь у нас эту маленькую плату с кнопочками нужно еще прикрутить. Аккуратно устанавливать все на место. Эти шлейфы нужно протянуть сюда и аккуратно мы закрываем. Так. Включаем шлейф тачпада. Включаем Bluetooth. Включаем одну колоночку, левый спикер. Включаем кнопочки. Остался микрофон и этот коннектор и веб-камера. Шлейф микрофона и веб-камера.